били тут. Да, Леша, он тогда впервые слышит, как я ору. Лёх, ты красавчик. А что он делал? Он зарезал троих. Две битки, а это 6000 рублей. Человек, школьник, у которого подписчиков 3000 всего, и который открывает сундуки на ЗЭ, чтобы что-то выиграть, делает конкурс на 3000 рублей. Подозрительно вам, не сразу. Алло. Опа, тени бежит. Блять, я поражаюсь. Я всем знакомым, кто участвовал в его конкурсе, я всем написал. Удалите репост со страницы, не позорьтесь. Аж стыдно становится, что люди реально в этот бред верят. Ну невозможно. Я мой тиммейт просто продал. Достань от меня!